Всем привет! Сегодня мы поиграем в новую игрушку, которая называется Sweet Baby Girl Dollhouse. Маленькая девочка и ее кукольный домик. Давайте взглянем на ее... Ого, какой у тебя большой кукольный домик! Ребята, а у вас у кого-нибудь есть кукольный домик? У меня вот никогда не было, и я всегда мечтала о нем. Ой, нам показывают тут новый выключатель. Давайте нажмем на него. Вау, как красиво! Смотрите, в нашем мини-городке наступила ночь. И посмотрите, какие милые фонарики вокруг домика. Интересно. А еще смотри, днем открываются одни комнаты, а ночью открываются другие комнаты. Хорошо, давайте вернемся обратно в день и поиграем днем. Тут надо покормить малышку. А это что за кухня такая? Давайте посмотрим. О, мы сейчас будем делать тортик. Сейчас нам говорят добавить сахара. А теперь перемешать это все. Какая интересная получилась смесь. Теперь добавим муки. И опять перемешаем. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Мы будем делать шоколадный торт. И опять перемешаем. Теперь положим его в духовку. Как он быстро приготовился. А что это мы делаем? А, мы разделили на несколько коржиков. И сейчас добавим вкусного крема между ними. А теперь намажем сверху шоколадом. И добавим вкусные-вкусные зефирки. Получился очень неплохой на вид. Интересно, какой на вкус. Ух ты, мы получили первый уровень. А теперь пойдем покушаем этот тортик. Это наши гости. Медвежонок и крольчонок. Теперь положим тарелочки каждому. Мне не терпится попробовать наш вкусный тортик. Наденем слюнявчики, чтобы не испачкаться шоколадом. Ой, а почему тортик теперь клубничный? Это очень странно. Каждому по тортику, уже в животике урчит, так хочется попробовать. Какой он вкусненький. Ну как вам тортики? Мы прекрасные хозяйки. Нашим гостям тортики понравились. Теперь попьем чаечку. Устроим чаепитие. Вкусный чаек с травами. Давай. Добавим сахарочку. И размешаем. Ну что, медвежонок, пей чаек свой. И кролик тоже. Теперь надо убрать стол. И тарелочки. Вот. Хорошее было чаепитие. Ух ты, теперь у нас второй уровень. Так. Давайте пойдем и покормим маленькую малышку. Нам предлагают разрезать яблоко. И вытащить все косточки.
peel the banana. Теперь уберем кожуру с банана. Вот так. И разрежем бананчик на кусочки. Осторожно с ножом. Положим бананы, дольки яблока в мисочку. И все это перемешаем блендером. Попробуй вкусное пюре фруктовое. Ммм, какая вкуснятина. Вот умница моя. Наша малышка любит, когда мы готовим. Что же у нас тут есть еще? Можно переодеть малышку? Ух ты, сколько у тебя интересной одежды! Ты маленькая пчелка! И еще! Какая она миленькая! У пчелки, которой кошачьи ушки. Так. Все, будешь маленькой пчелкой сегодня. Let's play. Давайте выключим выключатель. И посмотрим, что мы можем сделать ночью. Мы пойдем искупаемся и ляжем спать. А еще нам предлагают погладить и постирать одежду. Давайте погладим нашу одежду. Вот такой вот розовый слипик и желтый слипик. Надо было это сделать днем. Мы, как всегда, оставляем все на самый конец. Напоследок надо делать сразу. Вон уже как поздно, уже пора ложиться спать. А мы все гладим и гладим. Ура, у нас третий уровень. Так. Пора нам принять ванну. И ложиться спать. Нам дали шампунь, и сейчас мы помоем голову. Теперь надо мочалочкой потереть пузико. О, поймать все пузырьки. Теперь все смоем теплой водичкой. Мы любим купаться. Ой, какая ты забавная. Давай тебя причешу. Ура! Мы искупались. Да, она любит принимать ванну. А теперь пойдем, уложим малышек спать. Папа. Ручки должны быть вымыты перед сном. Great. Now rinse it. Вот как блестят. Чистые. Вытираем ручки. А теперь почистим зубки. Обязательно нужно чистить зубки каждый день. Два раза. Это минимум. А то и больше. Сейчас мы почистили зубки, и теперь мы сейчас нальем водичку, чтобы прополоскать ротик. Ну, нам достаточно воды уже. Давай. Прополоси. Делай это тщательно. Вот. Ой. Все, малышка готова ко сну. Пойдем уложим маленькую нашу сестренку. Ня-ня, что? Ты хочешь игрушки? Давай положим медвежонка сюда. Погремушку тебе в ручку. И возьмем овечку. О, выключим свет обязательно. Засыпай, малышка. Sweet dreams, baby Alice. Как хорошо спать с игрушками. It's bedtime. О, папа. О, пока малышка спит, нам надо сделать уборку. А потом самим тоже отправиться спать. Кто это пролил кока-колу на пол?
clean this stain. Фу, хорошо, что она оттерлась. It must have been windy today. Да, погодка сегодня очень хорошая, столько листьев нанесло. Все, я все подмела, теперь надо убрать. Пятна на коврике от обуви. You know what to do. Вот какой чистый розовый коврик. А под ним какие-то монстры. Это бактерии плохие. Это грязь. Давайте пропылесосим. Отлично, мы справились с уборкой. И подняли уровень до 4-го. И нам предлагают сделать ремонт. Точнее, отремонтировать одну комнату, которая у нас тут свободна. Мы сделаем еще одну детскую. Вау, у нас будет очень яркая детская. И поставим парочку игрушек. О, у нас будет мини-площадка. Ого, качели столько места занимают. Куда же это все поместить нам? И мячик. Вот так. Ну что, ребята, вам понравилась эта игрушка? Напишите в комментариях. Мне очень понравилась она. Особенно мне нравится играть в кукольный домик ночью. Смотрите, какие огонечки светятся. Очень уютно. Переходите на другие видеоигры вместе со мной. Пока-пока. Let's play.